Сотня жалоб. С таким результатом закончилась горячая телефонная линия «Где дороги?». Всю неделю в региональной группе общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог Общественной палаты региона принимали обращения кировчан по поводу разбитых проезжих частей. Чуть больше трети звонков касались плохого состояния дорог после проведенного ремонта. Но большая часть звонивших говорили об отсутствии ремонта на проезжих частях в принципе. Среди часто упоминаемых неотремонтированный участок на трассе Киров-Русская, улица Казанская от Милицейской до Урицкого, проезд Колесникова на подъезде к ТЭЦ-5. Были жалобы не только из Кирова, звонили из Ленгасова. Все обращения будут направлены в администрацию города.